Всем привет, вы на канале Best Games. Обзор на неизвестный автомобиль, который похож в принципе на Ferrari. Прикольный такой, белого цвета, в салоне бежевая кожа. Так, ну что, прокатимся. Travel. Звук хороший, точно Ferrari. Вот надо тебе зацепить, блин, чего-то, блин. Ладно, ничего страшного. Опа, тут что за дела? Что за пробори, блин? А, красный светофор. Так, что эта машина может выжить вообще? Уже сотню и шел миль, сотню миль. Это было у нас 160 километров в час. Ой, блин, не сюда заехал. Ладно, короче, поехали. Прикольно, звук очень прикольный. Сейчас попробуем, что он по скорости покажет эта машина. Сотню идет миль в час, а вот больше. Может ли она больше пойти? Так, 110. 120, это около 200 километров в час. Быстрый автомобиль, в принципе. Давай, travel, жми на газ. Ну, не хочет больше 120 миль в час. Или хочет? Потихоньку разгоняется. В принципе. Может получится больше выжить. Будем стараться, конечно. Так, где азот? Нету азота здесь. В Феррари азота нет. Там двигатель позволяет, мощность двигателя позволяет ездить без азота. Корочка, так. Валим 200 в потоке. А нам надо больше. Нам надо 160 миль в час. Это разгончик. Сто двадцать и все. Так, крутой поворот. Стоп, там какие-то беспредельщики. Блин, они тупо бегут сюда. Тупо толпа беспредельщиков. Вы только посмотрите. Чем travel им не угодил? Ладно, travel, поехали. Нам еще нужно выжить больше 120 миль в час. Я думаю, получится. А, и опять прямая заканчивается дорога. Опа, заносик. Да, travel, давай. Travel весело. Так, 120. Ты, блин,
Блин. Обидно. Так, ну что, получится больше 120 или нет? Маленькая горочка. Нам ничего не поможет. Так, давай по обочине ехать, там безопаснее, а то, блин, по встречке, блин. Лобовое столкновение. Опять беспредельщики. Блин, чуть лодку не зацепил. Тревел, осторожно. Вот не хочет, 120 и все. Не хватает маленькой горочки, чтобы выжать хотя бы до 140. В прошлых обзорах были автомобили, которые выжимали до 140 миль в час. То есть это, ну, где-то 220 точно километров в час. Давай! Нет, не хочет. Не хочет. Ладно, поехали тогда на горку. Краш-тест. Что-то горка слабенькая. Невысокая. Опа! Стоп! Что, сейчас поезд будет ехать? Вот это тоже неплохой краш-тест. С поездом шлифуют на рельсы. Что он там делает? Travel. Есть поезд. Блин, нету поезда. Ладно. Не буду же я его целую вечность ждать. Едем на гору. А тут тоже нет. Спортивная машина лучше едет на гору, чем внедорожник, блин. Такое, наверное, возможно только в GTA 5. Ух ты, блин. Ну чё, поехали. Так, я думаю, что Travel должен выжить сейчас за несколько секунд 100 миль в час, минимум. Так что поехали. Все. А вот и поезд. Быстро, быстро. Тревел. Отлично. Тревел. Дружище. Это и все. Догоняем поезд. О, мы сможем даже перегнать его, ё-моё. Ух ты, блин. Идем на обгон. Ух ты, блин.
Блин. Давай, тревел, не сдавайся, блин. Хоть машина у тебя уже похожа на металлолом. Ты не должен сдаваться. Давай. Опа, отлично. Стоять. Тревел, не сдавайся. Блин, давай, поехали. Эта машина уже похожа просто на какой-то... Это смарт, посмотрите. Это смарт. А что, уже не едет? Уже не хочет ехать. Смарт не едет. Колеса облаканули, что ли? Не хочет ехать. Так, съезжай с этих рельс и поехали, блин. Не хочет. Ладно.